В этом уже нет никаких сомнений. На днях они дали целых 2 сольных концерта в России. Ребята из группы Smash выступили с первой сольной программой Live in Freeway в концертном зале «Россия». Влад и Сергей вышли на сцену под оглушительный визг поклонниц, которые ответственно подготовились к выступлению любимцев и привезли с собой на концерт все фанатские атрибуты – игрушки, рисунки, плакаты и, конечно, цветы. Такая горячая поддержка была весьма кстати. Выступать с первым сольником в одном из главных концертных залов Москвы для ребят было очень ответственно и волнительно. Мы очень волнуемся. Вот, смотрите, наполняется зал, вы только пустили в зал. Очень страшно, мы действительно очень переживаем. Для нас это первые большие концерты в Москве. Мы не давали нигде концертов, берегли себя для большой площадки. И вот первые 2 концерта в Москве. Во-первых, новое звучание, полностью живой звук. Сегодня все будет исполняться живьем, играться все будет живьем. Музыканты, балет, вообще мы сделали... Это тоже будет все живем. Под фанерку, на самом деле. Лазерное шоу, пиротехника. Ну, в общем, мы подготовились так хорошо, и мы очень сегодня много приглашенных. Это не просто группа для меня, это мои друзья. Очень талантливые артисты, которых я очень, очень люблю, и чье творчество мне очень близко. И несмотря на то, что они очень молодые, они уже сделали достаточно много, чтобы сегодня называться звездами. Для вас специально мы сделали этот концерт. Мы надеемся, что он вам понравится. И мы вас очень любим. Пока. Пока.